Ребятки, ну наконец-таки я могу вас пригласить на испытание очень мощного фонарика. Делал я этот проект, конечно, очень долго, но постарался вложить в него душу и очень-очень много сил. Кстати, пока его делал, многому научился. Все детали перед вами, посмотрите, выглядят очень красиво и необычно. Кто-то даже писал, да не кто-то, а многие писали, что фонарик больше похож даже на джедайский меч. Пару слов скажу о изначальной концепции. Хотел сделать фонарик максимально простым, то есть подобрать очень мощный светодиод, сделать своими руками емкую батарею, кнопка включения и все. Полетели. Но при первом же включении я понял, что концепцию придется немного видоизменить, потому что светодиод очень мощный и требует принудительного охлаждения. Вот сейчас вы можете видеть на ускорении, как буквально за 3 минуты этот светодиод нагревает довольно-таки объемный кусок латуни, увесистый, до 60 градусов. Вот так выглядел светодиод изначально. Пришлось его переделать, потому что делал медный радиатор и уже светодиод, форму светодиода немножко подогнал под форму радиатора. Конечно, страшно было, но все работает. Все замечательно, до сих пор работает. Ну и еще раз контрольная проверочка. Все отлично. Покупал я этот светодиод на AliExpress, ссылки, кому нужно, как всегда, будут в описании. И давайте перед окончательной сборкой мы с вами проверим характеристики, подключим вольтметр, амперметр, запустим светодиод и сравним, соответствуют ли эти характеристики вообще заявленным. Кроме этого, переделал батарейку, черная была, напомню, на 5S, то есть 20 вольт, а белая однобаночная 1S как раз на нужное нам напряжение 4 вольта. Но зато гораздо большая емкость здесь. 5 литий-ионных батареек. Еще я добавил удобный разъем на батарейке, чтобы можно было легко подключать и отключать кнопку при необходимости поменять внутренности, тем самым меняя напряжение. Кстати, не подумайте, что литий-ионные батарейки остались без изоляции. Я снял коричневую некрасивую и заменил на прозрачную термоусадку. Я прислушался к вашим комментариям и залил в Arduino более сдержанную, более лаконичную прошивку. Прошлая, конечно, была похожа на немного новогоднюю елку, но теперь все по-другому. После фрезеровки выяснилось, что основание светодиода не латунная, а медная пластинка толщиной 3 мм. И отчетливо видно, как по центру проходит изолированная пластина, плюсовой контакт, а основание является минусом. И чтобы при тестировании не перегреть светодиод, я внутрь выточил латунный стержень массивный. И все это будет ставиться на стол металлический и будем производить тесты. Тем самым будет производиться более-менее хороший теплоотвод. Все работает, можно подключать вольтметр и амперметр. Взял у друга токовые клещи, очень классная вещь, надо и себе такие приобрести. Выставил на 400 ампер и постоянный ток. Также подключил вольтметр. Ну и давайте протестируем, посмотрим, какая мощность у светодиода. Ух! 42 ампера. Напряжение 3,3 вольта просаживается. Ну это очень мощно. Ух! Ребят, я заказывал светодиод напряжением от 3 до 5 вольт, мощностью 90 ватт. И на них на всех стоит линза, то есть еще фокусируется луч. 60 градусов я заказывал. Переживал, что показатели завышены, с китайцами, к сожалению, такое бывает. Но, как вы видите, в пике он даже превышает такую мощность. 138 ватт он показал. То есть свои 90 ватт он явно выдает. Я признаюсь, я до этого делал уже тесты, но на древней своей батарейки, ей уже 2 года, криво-косо спаянной. И там светодиод выдавал совершенно другие показатели. Еле-еле там 30-40 ватт с натяжкой было. И он проработал у меня на тесте около часа. То есть действительно светодиод очень мощный. Ну, давайте попробую протестировать его на время работы уже с этой батарейкой. Поехали, буду делать включение каждые 20 минут и озвучивать показания приборов. Кстати, видите, уже несколько раз я повключал, и ток падает уже 30 ампер. Уже не такой большой. Батарея немного разряжается, и уже не такой ток выдает. Также очень важно контролировать температуру. Ну, пока
пока не сильно нагрелась. Прошло ровно 10 минут, ток 22 ампера, напряжение 3,2 вольта. Это около 70 ватт все. Прошло 20 минут, напряжение 3 вольта и 18 ампер, 18,6 ампер ток. Это все еще почти 60 ватт. Прошло, ребят, полчаса, дальше высаживать батарейку не буду. Ток 8 ампер, где-то 25 ватт все еще выдает светодиод. На этом, я думаю, тест закончить. Он и так, я думаю, весьма показателен. Светодиод очень мощный и идет просадка напряжения. На самом деле батарейка разрядилась до 3,1 вольта, до 3 вольт. Ну, ниже разряжать нельзя, ставлю на зарядку. Угол фокусировки, здесь видите, уже на нем есть установлена линза, 60 градусов заявлено. Но для меня этого будет недостаточно, и чтобы получить максимально сфокусированный луч, я приобрел вот такую вот маленькую линзу Френеля. Вот такой луч получается. О, фонарик огонь просто будет. Так, светодиод очень быстро греется, поэтому закругляемся. Попробую показать вам линзу вблизи. Видите, отчетливо видны полоски. И каждая вот эта линия профрезерована под строго определенным углом, чтобы лучи правильно преломлялись. Ну, скорее всего, фрезеруется сначала матрица очень точно, а потом уже в эту матрицу отливается пластик. Мне кажется, так делаются эти линзы. Очень давно я задумал сделать фонарик на базе линзы Френеля. Первоначальная идея, ребят, была сфокусировать свет от вот этого монстра. Я думаю, надеюсь, вы все помните наш с Игорем совместный проект. Это 10-киловаттный фонарик. Я даже нашел для него линзы Френеля огромные, метр, даже больше в диаметре. Но они стоили очень много денег, поэтому от этой идеи пришлось отказаться. Но идея была очень безумная. Может быть, когда-нибудь я ее повторю. А сегодня вас ждет более компактная версия, так сказать. Производитель заявляет, что фокусное расстояние этой линзы около 70 мм. Мне это на руку. Надеюсь, что фонарик получится очень компактный. Сейчас я для этой линзы Френеля выточу корпус и на нем нарежу очень мелкую резьбу, чтобы можно было настраивать фокусировку. Вот, ребят, что примерно получается. Резьбу я резал на 1200 оборотов в минуту, чтобы получилось более-менее качественно. Опа! Есть, ребят, получилось очень точно. Чуть-чуть есть небольшой зазорчик, но это и хорошо, потому что корпус будет нагреваться, и чтобы не повредилась линза. А так великолепно. Линза встала, как родная сюда. И чтобы протестировать линзу, ребята, без сборки фонарика первый раз выдвинулся в поля. Ух, какой луч! Вы видите, прям квадратная такая отчетливая форма луча. Кайф! Как же греется все-таки этот светодиод. А теперь АСМР-сборка.
вырезал тонкую прокладку из старопласта. Она даст возможность красиво подсвечивать радиатор. Включанто. Ну, наконец-то все готово, друзья. Как же я долго ждал этого момента. Наверное, вы тоже. Сейчас протестируем охлаждение. Запустим сервотестером. Подумал. Все отлично. Все, охлаждение работает. Ну, отлично. Так. О! Ну все, ребят, можно тестировать. Хватит это откладывать в сторону. Пойдем. Кстати, охлаждение я буду использовать не постоянно, а при необходимости решил разделить.